постный у нас пыляный, и детей жалко сейчас нет. То есть все очень просто. Правое, левое, правое. Вот. Но мне вот этот понравился, когда только с правой ноги начинаешь. А можно с двух ног ходить. Правое, а потом левое. О! Главное, чтобы ритм был. Сок. Сей поясок. Как обычно. Дальше начало, я тебе сам скажу. Это уже носить. Анне Ивановне. Госпоже. Так. И? Что ли? Нет. Во. А, Пермяковой. Ага. Это просто рисунок. Да. 1831 вот. Года. Люблю я того. Я копировал такой пояс на подарок. Вот. И вот тоже делал такую же надпись. Там сей поясочек принадлежит носить, там девица такой-то. И там дату ставишь. И вот, какой год? 1831. Вот, Пушкинский. Да. Что это такое? Это дощечки, топки, иначе. Один из самых древних видов ткачества. Вот нитки заправляются в 4 отверстия в каждую дощечку. И сейчас нитки заправлены таким образом, что можно делать различные узоры. То есть еще разные способы заправки. На самом деле самое сложное в этом во всем – это заправить нитки. Поворот. Обязательно у нас должна быть еще поперечная нитка, да, которая все это закрепляет. Вот, это уток у нас с поперечной ниткой. Смотрим, чтобы здесь у нас тоже все было правильно. Чтобы все нитки поднялись правильно. Так, вот, то есть я так утыкаю. Снова проворачиваю. То есть просто против часовой стрелки поворачивается? От себя. Я пока просто проворачиваю от себя, для того, чтобы поднять вот эти вот сейчас цветные ниточки. Вот я их подняла. Вот. Если хотите сделать какую-то букву, ну вот, допустим, сейчас сделаем букву N, да? Я подняла эти дощечки, все ниточки нужные нам. То ж сколько надо плести дней и ночей? Ткать. Это надо. Ну вот такой пояс, чтобы соткать вот пояс, да, чтобы на человека подошел. Это вместе с заправкой. Я вот сидела дня 2, но это вот прямо вот целыми днями. Свечка дому крыльца, скажем лучше никакой. Свечка дому крыльца, Thank you.
корысну не построить и своей. Если это не замужняя девушка, то она просто обматывала вот так вот, два раза узла не делалась. Просто обматывалась, да? Да, вот так завязывалась, все. Если узел, значит, она замужняя. Если, значит, завязывалась, сейчас одна петелька делалась вот так вот, значит, один ребенок. Да вы что? Да. С петелькой, если один ребенок? Да, если просто узел, то замужем. Если вот так вот петля, то значит ребенок уже есть. Солонка. Эти бараны, крышка на вертлюге, чтобы закрывалась, чтобы мусор не попадал в соль. Это хранилось на столе или просто на кухне? Солоница должна была стоять на столе в красном углу, чтобы было видно. Считалось, что чем больше соли в доме, чем больше соли на столе, тем лучше, состоятельнее живет семья. То есть соль – это очень такой хороший показатель благополучия. Yeah.